Привет, мои хорошие, давно меня не было. Вот. А чем я занимаюсь? Да ничем почти. Та же самая программа. Бассейн, уборка, готовка. Дома сижу. Тоже нужно... Естественно, своим хобби занимаюсь. Кто знает, все знают, чем я занимаюсь. Вот, я их там стреляю один на один. Вот, так что куча кукол у меня уже готова. Ну и продается тоже, слава богу. И чем хочу похвастаться. Мне Кристина первый раз сделала ногти гель-лаком. Так я тут такая довольная, счастливая и решила вам показать. Вот так вот. Ой, ну это надо специальный свет. И нам не на мне, да? На чем-то красивом, скажем так. Ну, короче, очень красиво, мне нравится. Довольная. А то ж накрасишь лаком. Ты на этот же день или на следующий уже краска вся, лак весь это, обдерся. А теперь так классно, так здорово, ногти в порядке. И когда ты видишь, когда ногти в порядке, ой, настроение просто поднимается классно. Вот, у нас жарко, естественно, но благодаря кондиционеру мы можем выживать. На улицу не выхожу, мой господин ходит в спортзал у нас бесплатный, Богдана берет. Короче, надо Богданом без остановки заниматься, еще остаться нам один месяц. Школа начинается только вот в Александрии, я не знаю, как в соседних городах, у нас в сентябре. Но у нас тут есть американский день труда. Это первый понедельник сентября. И только после первого понедельника сентября дети идут в школу. Это будет 4 сентября. Так что Богдан еще погуляет, одним словом, дольше, чем все остальные. А в других штатах, вот как вот Джорджия, Атланта, там уже дети пошли в школу. Ну вот они и заканчивают в мае, а мы в июне. Вот, особо такого, ну скоро вы узнаете, очень интересное, я вам покажу. Это будет церемония награждения гражданства. Так что гражданка Америки уже наконец-то, почти за 12 лет. В августе будет 12 лет, как я уже живу в Америке. Ну, я особо не спешилась, не стремилась, так что тест сдала, все отлично, слава богу. Конечно, много нервов было, перенервничала. Теперь два теста. Вождение нужно сдать и мой лайсенс на получение массаж-терапевта. Это лайсенс, это такой вот право на работу. Без этого пара права, даже вот если вы окончили в своей стране, сколько вы там что закончили, доктор, что, в Америке без этого лайсенса вы не сможете работать. Он здесь необходим. Ну, делаю ужин. Я уже, сейчас уже около 4 часов я начинаю делать ужин. И такой интересный. Сейчас я вам покажу, что я делаю. Смотрите, сколько овощей здесь. Ну все, все же вообще в холодильнике было, ну кроме грибов. Грибы уже вчера съели. И вот эта зеленая фасоль, и цукини, и такой вот кабачок, и цветная немножко, и такой оранжевый перчик, картошка, морковка, лук, чеснок, и еще чуть-чуть капусту еще кладу. Я просто любитель капусты, без нее никак не могу. И вот эти овощи присыпала приправой вкусной. Я покажу сейчас вам приправу. Это моя Танюшка мне купила. Куча приправ с Украины. Кристина привезла. Да, спасибо большое за подарки. Кристинка мне, моих любимых подружек и родных моих, мамочки, да, сестер. От подружек, да, получила подарочки. Очень всем благодарю, да.
мои кумовья любимые, всем вам благодарна. Вот, так всегда приятно получать подарки. Я не буду показывать подарки, но я очень вас благодарю за это. И смотрите, что я туда еще наверх покладу. Вот эту курицу. Тоже с приправами, соусом. Вот так наверх. Закрою фольгой и буду тушить. Вот. Вот такие эконом, скажем так. Вот. Так что вот так вот у меня такой вкусный ужин будет. И сейчас я вам покажу приправы. Смотрите, вот сколько приправ. Еще здесь только приправ. Ой, все. Это 10 гривен, одна пачечка. А там одна девочка делает. Вот такой маникюр красивый теперь видно вовсю. Вот. Очень хорошая вот приправа для рыбы. Куда я использовала? Вот такой у меня был, заканчивается уже рыбный суп. Из Джеймс даже купил мне голову всякую там. И как вот с лосося голова идет, животики, спинки. Вот такой еще у меня вкусный, как уха, только рыбный суп был. Уже заканчивается. Кушаем только трое. Зять, дочь и я. Ни Богдан, ни сын, ни муж такое не любит. Хотя он мне знает, что мы любим, и купил мне рыбку нам. И вот я вот рыбку ложу, приправу для рыбки туда. И рыбу я делаю, вот, любую рыбу посыпаю этой. Дади. Короче, я снимаю, он знает, и я разговариваю, и он разговаривает. Это он так с котом своим любимым. Так что вот приправа отличная. Смотрите, уже считай, что вот уже сколько осталось для овощей, уже столько использовала. Французскую использую. Для фарша меньше, потому что как-то фарш мы сильно... Это только если вот чили мы делаем, там другое. И вот для курицы. Так что и тут еще какие-то аджика. Ну и там не буду вытаскивать аджика. Такие вот приправки. Спасибо, моя Танюшка. Семечки уже съели. Пришлось купить в русском магазине, потому что стоит 8,50. Это вот такая пачка. Ну, посмотри. Вот почему я и не делаю видео. Чтобы мой папа меньше лялякал. 400 грамм. Они очень вкусные, но видите, как дорого стоят. Ну, так что вот такие приправки. Вот. Ну, скажем, вот так вот делаю вкуснятину. Так что все, накрываю, поперчила, посолила. Все, теперь около 2 часов, но буду проверять. Оно будет на средней температуре готовиться. Но я на Фаренгейта у меня там 380 фаренгейтов. Это, наверное, минус половина. Наверное, 180 по Цельсию. Ну, так что вот. Так, ага. Это красное. Это там какая-то приправа интересная. Я даже не знаю. Какое-то соединение. И плюс я налила немножко соевого соуса. Какое-то красненькое. Что-то есть. Так интересно. Так что вот накрываю, будет у нас классный обед. Все любят и готовятся просто все, что в холодильнике есть, закинули и готовьте. Так что вот поделилась с вами своим рецептом. Мои побежали в джим, моя картошка и овощи с курицей готовятся. И я решила вам показать же свои эти работы за какое-то время. Ну, за какое-то время. Уже их вот сделала, просто наслаждаюсь. Ой. Сейчас одного тут покажу. Вот только-только вот закончила на канале, на моем втором канале Мами и Ми. Скорее всего, в субботу будет обзор малышонка этого. Но он такой классный, что вообще не передать. Вот он такой холюсенький.
темно. Очень темно, когда не показывает полностью краски. Что-то все краски сейчас. Вот он такой хороший. Как настоящий. Видите, цвет такой, наверное, как мой сынок. Пышечка с красными щечками. Как... Да, красивый, очень красивый малышонок. Ну, сейчас я, короче, вам сделаю обзор. Да, вот такой вон Пышечка. Такой красивый мальчик. Это испанский костюмчик. Хорошее качество. Сейчас вообще вот стали антик показывать. Все любят. У него прорисовочка и такой еще чуб ему наделала. Так, вот такой малыш. Кто бы сказал, кто бы подумал, что это, ну, не настоящий, да? Все подумали, это живой. Так, особенно если вот так вот в одеялко умотать, так колясочку вообще. Моя одна работа. Сейчас еще быстренько покажу вам еще двоих. И там я одела, мамочка накупила столько красивых вещичек вот нашего. Это первая кукла, 5 лет тому назад сделанная. Вот Санька, это моя Аленка, это фарфоровая кукла. Так, это она была тоже в мамином костюмчике розовом, переодела, потому что надо это, ну, презентацию делали, мастер-класс по веревочку. Вот я делала сама, надо было подходящий костюм. И вот. Ой, сейчас покажу еще двоих. И вот еще мои куклята, малыши, рыбарнятка. Вот. Это две девочки. Это такая у меня азиаточка-девочка, красивая. Подыскиваем мамочку. Это другая, это Меган, девочка, светлые волосики. Вот. Так что вот я чем занимаюсь. И вот так вот выглядит. Я покупаю заготовки уже излитые. Вот, ручки-ножки, отдельно тело, отдельно все, магниты, стеклонаполнитель, все, что нужно, все надо купить отдельно. Ну, вот так вот выглядит вообще никак, и приходится вот разукрашивать и придавать такой вот красивый тон, соединять. Чтобы они были похожи на деток. Вот. А кому это нужно? Деткам нужно, ценителям, кукол, коллекционерам. Так что вот я, такие у меня детки рождаются. Вот сосочки ихние. Нам всегда нужно огромное множество сосочек. Мамочка мне тоже купила, спасибо, передала с Украины. Вот они все на магните. Там я украшаю их, чтобы они такие были интересные. Вот. Ну, это от кукол, которые ждут мам. Вот. Конструктор валяется. Кто ж его построит, разломает, Богдан. Ой. Вот сами еще делаем такие вот повязочки. Вот, вот это не я делала, а все остальные вот я делаю. Мамочка тоже. Вот. Но они как приходят, так и уходят. Потому что когда куколка уезжает, нам нужно 1-2 повязочки обязательно вот положить. Подарок. Множество. Множество.
хорошо. Вот. Такое любимое дело.